Русская Олимпиада, как уже назвали в сети «Игры дружбы», не состоится в 2024 году. Соревнования перенесут на один год. Удар пришелся откуда не ждали. Такие планы возникли у Международной ассоциации дружбы. Напомним, что «Игры дружбы» в России планировались провести с 15 по 29 сентября 2024 года. Фактически, соревнования должны были состояться сразу после Олимпиады в Париже, потому их и назвали «Русской Олимпиадой». Организацией мероприятия занимались Москва и Екатеринбург. Сразу после объявления планов по проведению «Игр дружбы» в России МОК занял крайне непримиримую позицию. Организация запретила спортсменам участвовать в спортивных состязаниях в России под угрозой запрета на дальнейшее участие в Олимпиадах. Программа «Игр дружбы» достаточно насыщенная. В нее вошло 33 вида спорта. Предполагалось, что соревнования будут большим спортивным событием мирового масштаба с участием в первую очередь звезд русского спорта. Кроме того, ожидалось участие китайских и африканских спортсменов, команд из Ирана, Бразилии, Кубы и многих других дружественных России государств. Но, видимо, что-то пошло не так. Газета «Спорт-экспресс» сообщает, что «Игры дружбы» не состоятся в этом году. Их перенесут на один год. И связано такое решение вовсе не с позицией МОК, а с рекомендациями Международной ассоциации дружбы. Напомним, соревнования в России проводятся под эгидой этой организации. Такое решение явно станет неприятным сюрпризом для русских любителей спорта. Впрочем, ситуация еще может измениться, ведь Союз Дружбы не настаивает на переносе игр на следующий год. Впрочем, Игры Дружбы не единственное спортивное мероприятие, запланированное в России в этом году. 11 июня стартуют игры БРИКС, соревнования пройдут в Казани. Участие в них примут 4757 спортсменов из 97 стран. За две недели будет разыграно 392 комплекта наград. Вот такие новости, уважаемые зрители нашего канала. Что вы думаете по этому поводу? Приглашаем вас в комментарии, ведь мы уверены, вам есть что сказать.